Злостных неплательщиков за газ привлекут к ответу. В Каспийске и в районе Анжи-Базе провели мероприятие по ограничению поставки голубого топлива тем абонентам, по которым было вынесено решение суда. В список попали около 30 человек. Их общая задолженность составила более 1,5 миллиона рублей. В рейде приняли участие специалисты Каспийского территориального управления «Газпром», «Межрегионгаз» Пятигорск, участковые, уполномоченные города и сотрудники судебных приставов. По словам работников Горгаза, подобные мероприятия проводятся и будут проводиться в месяц два раза, и должникам не удастся уклониться от уплаты. В случае возникновения спорных моментов необходимо обратиться в офис. Еще одна малоприятная новость для злостных неплательщиков. Будет составляться список всех, кто долгое время не будет оплачивать, как называют злостных неплательщиков. И все списки с указанием фамилии, адресов, все будут публиковаться в средствах массовой информации. Ну, опять-таки, во избежание таких случаев, не попадая в средства массовой информации, просим вас производить оплату за газ.